По статистике, 20% в структуре смертности детей и подростков – это так называемые внешние причины – травмирование электрическим током, падение с высоты и утопление. Каждый такой случай – настоящая трагедия. За 2016 год было зарегистрировано 5 случаев смерти от нежных причин. Один случай был то, что ребенок случайно попал под пояс, один упал с высоты, два других зарегистрированы были по неосторожности. Вот тоже падение. В 2017 году, за 4 месяца данного года, было зарегистрировано 2 случая тоже смерти в детском возрасте. Акция организована представителями сразу нескольких городских структур, в их числе Красный Крест, МЧС, а также учреждения здравоохранения. Проведена она в рамках цикла мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. Именно ее принципам и алгоритмам и было уделено повышенное внимание. Мы обучаем население, потому что это важно, потому что смертность от травматизма стоит на втором месте после смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Ребята, участники мероприятия, подобные акции считают важными. Школьники активно включились в процесс общения и задали немало серьезных вопросов специалистам. Было видно, интерес у юных брещан не праздный. Они на самом деле хотят знать как можно больше о безопасности и правилах оказания первой помощи, чтобы быть во всеоружии. Я считаю, что эти мероприятия очень важны и полезны для нас, потому что надо постоянно повторять детям, чтобы они узнали, как надо вести себя в чрезвычайных ситуациях и что надо вообще делать. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.